Ну, попробуем перепроверить, все ли мы нашли и здесь. Все еще пацан не хочет, да, я считать? Я не могу прочитать. Ты плохой сын. По идее, стример сейчас должен быть чуть-чуть умнее, насколько это возможно. Потому что стример поел. Да, действительно умнее. Сразу нашел. Теперь путь дальше. Что это было? Воняло как ужасно. Я его первый раз не увидел. Твоя мать называла такой нечест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Давай, идем. Ого, какой здесь туман. И места уже не похожи на кирайские. Может, нам... Нет, он нам не нужен. Я ой, его брат, наверняка. Откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но... Я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. Чё? С дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Вэй умерла. Это очень печальные вести. Хорошая была женщина. И храбрый Вэй. Ладно. Я улучшу набор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но... Можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так синий твой брат? Да, но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клянусь, Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда. Рукоять такая грязная. Ну что ж, ладно. Тогда я просто... Хотел сказать, что этот брат поприятнее того, но нет. Это что, кровь? О. Над чем ты работал? А, это? Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да, пока что не очень. И все? Он его почистил, и это все? Нужно отвлечься. Новые камни воскрешения. Используя купленные камни воскрешения, Атрей может оживлять погибшего Кратоса. Интересно, как вот Атрею такое объяснить? Используйте купленные камни воскрешения, Атрей оживляет погибшего Кратоса. Перейдите через раздел покупки, нажав так вправо. Для просмотра доступно. Так. Существует несколько типов камней воскрешения, однако Атрей может носить с собой только один такой камень. Перед покупкой нового камня вам нужно избавиться от имеющегося, истратив его в бою или продав в лавке.
Простой камень воскрешения. Волшебный камень оживляет Кратоса с небольшим запасом здоровья. Пригодится. Здесь будет показан купленный камень воскрешения. И в общем-то все. От меня можно не убегать. Да ты бесполезен в данный момент. Тролли. Приготовься. Да вы издеваетесь. Где он? Засел еще один, да? Огнеметчик. Нет? Где? Ах вот ты где, козел. Задолбала. Какая неудача. Да, они задолбали. Так, там был сундук. Быстрее, быстрее к сундуку. Карабкаться пока не будем. Только деньги. А этот гномий рыцарь там стоял, очень даже не хотел помочь, да? Маленький гад. Опс. Броня для бедер. Они повышают здоровье. Ну-ка посмотрим. Чародейские набедренники. Защита, восстановление 5. А на мне сила и защита. Нет, все-таки сила мне поважнее. Ага. Тут не таймер, короче, нужен, да? И третий. А вот с третьим символом придется подумать. Я надеюсь.
Да, типа ты. Получается все. Да. Яблоко. Нет, рог. Ну, наверное, вот сейчас уже все. Но перепроверить стоит. Да. Так, где говно, которое распространяет эту мерзость? Чуть далековато. Так, на этом не сработало. Как минимум надо было сделать вот это. Может быть, вон та дальняя работает и на эту? Хотя нет, вряд ли. Она должна быть прям где-то здесь. Андрей, сюда! Отдалился от меня, сыночка. Точно, бинго. Сундук. Гном, наверное, думает, козел пришел. Поломал, короче, все. Повскрывал. Вот, это очень круто. Короче, пока мы не научимся вот это вот ломать, да? Это не откроется. Так, стопай, стопай. Да, и с этим мы тоже начнем делать. Ее не сожжешь? Греческие боги, по-моему, любили все меньше усложнять. Да, как и предполагалось, мы будем в одни и те же локации возвращаться по несколько раз. В данный момент пройти невозможно. Не знаю, мы приближаемся к горе? Да. Следуем ее или идем за чем-нибудь интересным. Конечно, за интересным вот. Сначала. Она не хотела, чтобы ее открыли, да? В смысле, не хотела, она убежала. Какой испугаешь, проклятие? Чародейские браслеты. Давайте разрушим все, что у нее есть. Это ее. Интересно, а куда Кратос сделал все свои, все свое предыдущее оружие? Я, конечно, понимаю, что это глупо об этом говорить, так как это вообще новая игра. Полностью новая. Тут от старых механик, практически ничего нету. Отец, берегись! Место! Подать нет!
Сейчас, сынуля, только эту тварь загасим. Пускай-ка она за нами выйдет. Знаешь что, ты меня задолбала. На, сволочь. С ноги себе. Отделали бабку. И вот непонятно, такое место, как будто бы, ну реально, нам сюда. Опа, еще одно зеркало. Крепко заперто. А, это замок такой. Закрытый чертог Одина. Я уже такое встречал. Диколесье, лавка. А это дом, да? Вход нет, тайная комната. Волей-неволей, но вспоминаешь Гарри Поттера, когда слышишь слово «тайная комната». Подъема. Я понесу ее. Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь. Волки! Какие-то больные! Сейчас подлечим их всех. Молодец. Он взрывается. Хорошо, а если мы взорвем, так, то говно тоже взорвет? Люблю взрывать все подряд. Нагрудная броня. Ну-ка. Ну, не, я слишком много теряю в силе. Бросок белого медведя, слабая руническая атака, стремительный рывок вперед с последующим ударом. Во время рывка Кратос защищен. Это круто. Блин, а можно наносить только одно, да? Ну зато тут, там только оглушение, тут еще льдом можно их ударить. Давай, убери камушек. Здравствуй. Моя твоя не понимаю.
Чё, тварь? Тяжело прокусить руку бога. Говно. Ну что, козлы? Сильные и злые, но, к счастью, не слишком умные. Огры – одни из самых уродливых существ, с которыми нам довелось драться. Своими сильными руками они могут атаковать издалека, а еще бить по земле и вызывать мощную ударную волну. Вот чего этой части не хватает до сих пор, так это прям эпичных боссов. Да, все-таки в God of War, допустим, в третьем. Прям эпичный босс на эпичном боссе был. Так, я что-то отвлекся, что я подобрал вообще. Бросок белого. Не, бросок белого медведя, вещь, да. Нормальная. Щитов новых нет. Да нет, даже вот это вот из кожи кабана или из, да, из кабаней шкуры. Лучше выглядит. Можно что-нибудь улучшить. Быстро наносить удары, не получая урона, чтобы усилить все атаки топором и получить возможность наносить при каждом ударе. Ого. Это куплено уже, да? Попадание в цель сопровождается взрывом холода. Определенно это. Ладно, мне кажется, надо пацана уже тоже улучшать. Артрей будет самостоятельно помогать Кратосу, заметив врагов в определенных уязвимых состояниях или нападение на самого Кратоса. Удушая врага, Артрей может применить серию приемов, если Кратос отбросит противника достаточно далеко. Выполнять оглушающие атаки, когда враг находится близко. Давай вот это. Пошли дальше. Тем временем про запас у нас еще есть камень восстановления. Что это за звук? А. Там хилочка лежит. Горный лагерь. Ого! Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. А знает ли Синдри, что его небодвиг запутался в корнях? Вряд ли.
Он заставит его работать? Мне все равно. Небодвиг. Действительно, зачем придумывать названия какие-то разные, типа мельниц там тому подобное. Небодвиг. Просто и всем понятно. Это дым? Какой-то поганенький дым. В который не хочется совершенно идти. Видимо, на обратном пути мы получим какую-то тему, с помощью которой сможем вот это вот все дело скрывать. Ну, пожалуйста. Я не надеюсь, сейчас что-то выскочит на нас. Отойди, сын. О, что это такое? Поищем другой путь наверх. Скверно. Ну вот, ведьму бы сюда. Она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна. И обойти его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Предупредить не могла. Закрутилась. Друга спасала, как вы помните. Черное дыхание — это искаженная магия. Даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может, так я искупаю грехи, которые сама совершила. Или вы мне просто нравитесь? Мы чуть не убили твоего друга. И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Мы идем в другой мир? И ты сам? Лишь ненадолго. Лишь ненадолго. Кратос прямо из себя такого строптивого строит. Она босиком тем временем по снегу идет. Используем это. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гному подножья этих холмов. Чинил, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может, уже закончил? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Нельзя разбить. Просто поверни. Вот, видишь? О, так это срез. Храм Тюра в центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор, и грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем, и Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. Кто смотрел «Мстителей», тот видел Рагнарёк. Знаешь, а мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки, даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мертвый язык. Нет одного. А. Печально. Ну. А, мне вон дверь открыть. Чуть пальца не придавило, видела? Оп.
Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты. Сейчас покажу. Сабра-кадабра. Ты смотришь? Лиоста! Ого, он твердый. Эльфы строили. Моя тетива пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов. А я догадываюсь, кому этот лук достанется. Он не исчезнет под нами? Нет, пока свет свободно льется. Идем. Мне б такой лук. А что за магия в этих корнях? Магия ванов. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так, мама почти не говорила о ванах. Лишь то, что они всегда воюют с асами. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие. Не бывает хороших богов. Я думал, ты понял. А, да. Я совсем забыл, то, что я, ну, для этого здесь. Храм Тюра. Тюр построил его при помощи великанов и отсюда мог отправиться в любой из девяти миров, прекращая вражду между ними. Что-то не прекратилась вражда. На нас везде нападают, особенно мертвяки всякие. Ух ты, ё-моё. Мертвецов и правда все больше. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Народ, а ничего, что на нас змей смотрит? А у нас не хочет съесть? Внизу лестница направо. Спасибо. А что за налево? Эй, еще один световой кристалл. Ждите здесь, а я разбужу свет. Лиоста. Получилось? А что мы делаем? Чиним поломанное. Сперва подними эту ось. А ты что, с нами-то не спустилась? Хорошо, задвинь ее на место. Теперь выровняй колесо в колее. Давай. Хорошо, теперь толкай мост по колее. Весь мост поворачивается. Разве может весь мост поворачиваться? Ты просто недооцениваешь мою мощь. Продолжай толкать, пока мост не дойдет до первой точки. Не устал? Нет. Он у меня сильный. Насчет мертвецов. Их называют скитальцы. Но кто они? Это просто несчастные души, которым нет ни покоя, ни суда. Как? Магия ванов может воскрешать? Да, ваны это умели, но сейчас магия ни при чем. Нашествие мертвых лишь сигнал того, что в мире что-то разладилось. Что-то или кто-то потревожил слишком могущественные силы. Это все, что я знаю наверняка. Одно из двух, либо это мы, отлично, либо Локи что-то затеял. Мы готовы. Почему-то мне кажется, тут Локи будет замешан. Спину ты не сорвал? Я не сорвал спину. В эти двери. Так, кто строил храм Тюра? Великаны или эльфы? Все расы принимали в этом участие. Последний раз, когда жители всех миров работали вместе. Дальше была лишь вражда. Ее магия иссякла. Оставалось уже совсем немного. Мы осушили всю до конца. Дай мне лук. Как получите свет Альфхейма, напитай его силой и тетиву. Не забудь.
Ты не пойдешь с нами? Я попробую. Но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Мидгард. Почему? Боги меня не жалуют. Так ты им спишь? Это здесь? Так темно? Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Бивреста. Ладно. Эти корни не твоя магия? Нет, пойдем за ними. Корни великого мирового древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Что-то эти корни себя нехорошо чувствуют. Сейчас, окунись туда головой, подойди, да? Подойди к столу. Как это работает? Вам нужно это. Биврест. Он открывает путь между мирами. Он может поймать, удержать и перенести свет Альфхейма. Помести Биврест сюда. Что теперь? Подожди. Дай храму время пробудиться от долгого сна. Из этого зала и только отсюда возможно будет переходить между мирами. То, что вы видите перед глазами, представляет собой этот храм, а также все башни девяти миров, которые окружают озеро. Все миры существуют в одном пространстве, как отражение друг друга. Эти двери, башни у озера, все девять миров тесно переплетены, и все они находятся на ветвях мирового древа. Разделяет их свет Альфхейма в Бивресте. В этом зале вы можете управлять светом. А это мировое древо? Это всего лишь его изображение. Нет, Игдрасиль на самом деле куда больше. Древо жизни связано с судьбой всех миров, а мы связаны с ним. Древо питает наши почвы. Росы с его листвы наполняют озера и реки. Корни мирового древа дают жизнь всем созданиям на его ветвях. Его сила вплетена в саму ткань жизни. Рождение, рост, смерть, возрождение. Каждая нить тянется сквозь пространство, тянется сквозь время. Каждая возвращается к древу. Ну, так это работает. Но тебя ведь больше интересует практическая сторона. Да. Ну что ж, мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону Ванахейма. Поверните колесо туда, куда нужно нам. Вальфхейм. Стой, ну что, двигает большой мост снаружи? Да. Колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров на озере. Стой, вон там нет башни. Поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, к которой приведет мост, переход не откроется. Мира есть путевая руна, открывающая в него мост. Я покажу вам руну Альфхейма. Теперь вы можете направить мост к башне. Мы готовы. Не забудьте взять Биврест. Его нельзя терять. Теперь мост изменит направление. И откроется мир между мирами. Видишь огромный кристалл? В каждом мире есть такой. Он усиливает и усиливает силу Бивреста, создавая мост в этот мир. Поэтому путь между мирами можно открыть только из этого зала. А как же башня, которая не достает? Башня Йотунхейма пропала из всех миров более 100 зим назад, когда великаны исчезли из Мидгарда. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны.